С самого утра по всему КСК «Уникс» раздавался звонкий детский смех, а это означало лишь одно, что сегодня проходят очередные развивающие лекции, проводимые детским университетом. Перед юными студентами выступили преподаватели Казанского федерального университета с такими темами, как экономика впечатлений и как увидеть то, чего не видят другие. В процессе этой лекции пытались рассказать мне, что такое экономика, что такое впечатление, обругать «Макдональдс», но почему-то не поругать KFC и Burger King, высказать свое впечатление о Диснейленде, и у них задание придумать парк развлечений в Казани и придумать такую интересную точку общепита в Казани. Так, 23 октября юным студентам удалось узнать, как же экономика помогает создать у потребителя приятные воспоминания об услуге или товаре, а также блеснуть своими знаниями в области знаний компании, которая производит такие впечатления на людей. Я, в принципе, не предполагала, что такое экономика, и эта лекция мне помогла побольше узнать вообще о том, что это значит. Но я считаю, это просто познавательно, чтобы даже если ты знаешь что такое, хотя бы повторить, как говорится, повторение мать учения. Экономика впечатлений – это способ зарабатывать деньги с помощью развлечения кого-либо. Механизм формирования основ экономической культуры у детей представляет собой единство нравственно-экономических знаний, представлений, чувств и привычек поведения. Тем самым помогает уже с самых юных лет научиться разбираться в том, в чем порой не может разобраться ни один взрослый человек. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.